кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании. Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас пришла посылочка очередная из Китая, с сайта AliExpress. Посылочка будет немножко необычная. Я еще такой товар не заказывала в Китае, но вот решила заказать, посмотреть. Этот товар, такое средство китайской медицины, средство от грибка ногтей, там для рук или ног. Я, в принципе, такие товары никогда в Китае не заказывала, но вижу, что очень много заказывают разные, и от насморка, и разные массажные кремы, и все-все, очень много всего. И вот, меня попросили заказать вот такое средство, и посмотрим, что это такое. У меня еще будет таких пару немножко средств. И от насморка я заказала, там разных еще пару штучек. И еще. Так что смотрите мое видео. Если кому-то интересно, может, вы тоже захотите такое купить. Потому что мы смотрели в нашем городе, такое средство от грибка где-то идет в 3-4 раза дороже. А в этого продавца и в других вот это средство дешевое. Я за него заплатила только $2.07. И у него очень много продаж. И у других продавцов, в принципе, отзывы там... Кажется, на 95% все довольны этим средством, что очень помогает. Пришла посылочка тоже очень быстро, за 22 дня. Так что давайте откроем и посмотрим, какое оно средство. Конвертик немного порвался, но надеюсь, что средством там с коробочкой все нормально. Хотя продавец мог поставить и больше конверт, тогда бы ничего такого не было. Вижу, что уже коробочка в плачевном состоянии. Здесь ничего больше нет, но коробочка, если вы видите, это, конечно, ужасные. Хорошо, что это средство заказывали родственники, а не кому-то на продажу, как кто меня просит. Так что родственникам будет. Но если бы хотела куда-то продать или что, то это, конечно, очень плохо. Если вы видите, коробочка помнята, порванная. Целлофанчик тоже весь порванный. Но надеюсь, что с самой бутылочкой, в принципе, ничего там нет. Бутылочка, в принципе, достаточно большая. Здесь 30 мл. Nail для ногтей. Да, это средство для ногтей. Конечно, здесь все на китайском. Ну, я думаю, что можно посмотреть, как другие средства наносятся в таких инструкциях и так само наносить. Давайте мы откроем, потому что это средство родственникам, так что я его могу открыть и вам показать. Видите, хорошо запечатано, в принципе, сверху такая упаковочка еще идет сверху. Такой целлофанчик очень плотный. Печатано, в принципе, если бы так, то неплохо. Видите, еще здесь какая-то даже голограмма, стопроцентная гарантия. Стопроцентное натуральное средство. Изготовлено в этом году, в мае, и год на 3 года, до 2019 года. Давайте мы откроем нашу бутылочку и посмотрим. Видите, видно, что бутылочка... Коробочка очень помнятая. И вот у нас такая. Здесь больше ничего нет. Вот у нас здесь вот такая бутылочка. Видите, бутылочка достаточно большая. Я говорила, 30 мл. Здесь идет, если вам видно, там в серединке идет. Может, вам плохо видно. Я уже раскручивать не буду. Здесь идет как пипеточка. Видите, здесь вот мягкая. Вы просто набираете в эту пипеточку и капаете на ваш больной ноготь. Так что вот у нас такое сегодня было средство. На средство я дам родственникам, они потестируют. И я думаю, что когда я буду ставить это видео, там через пару дней
Я думаю, я его сразу не поставлю, а поставлю через пару дней, когда мы немножко потестируем это средство, и чтобы понять, помогает или не помогает, и может еще хуже. Ну, надеемся, что в принципе будет все хорошо. Так что, друзья, вот такая у нас сегодня была посылочка. Вот такое у нас сегодня было средство от грибка. Такая у нас сегодня была китайская медицина. Надеюсь, что нам тоже она поможет. Будем ждать следующие посылочки тоже от китайской медицины. Так что смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока-пока.